Сегодня в Барнауле на проспекте Ленина возле корпуса Госуниверситета пройдет торжественное построение студенческих отрядов. А вот основная череда мероприятий пройдет в субботу, 30 июня, в парке спорта Алексея Смертина. Фестиваль красок, военно-патриотическая игра «Марш-бросок», выставка военной техники. Для любителей экстрима будут работать тематические спортивные площадки. Интригой дня станет фестиваль «Сияние». Раскрывать секрет организаторы пока не стали. Отметим, фестивали, выставки, концерты, а также спортивные мероприятия пройдут в выходной день по всему краю.